Третий урок. Atem zukhrim ma kara le korach. Вы помните, что случилось с Кореей? Адама нифтеха вем нафлу. Земля, она разделилась, и они упали вовнутрь. Atem zukhrim ma kara le Anania ve Sapira kshem lo natnu kesef sham be keila rishona be Yerushalayim. Помните, что случилось с Ананией и Сапфирой? Которые они укрыли деньги и не отдали в то время, когда была первая община. А тем зухрим макарали Мирьям и Аарон, кшеем асу бикорет ле Моше, кшеутхатеним куши. Вы помните, что случилось с Мирьям и Аароном, когда они стали жаловаться на Моше за его жену? Кшеутхатеним им акушит, питом Мирьям афхали от лавана, ахи лавана беколе улам. Они жаловали, зачем ты взял черную женщину? И она просто покрылась проказой. Там зухрим это, Мирьям, Мирьям. Килу эм хату ве мишпат я магия кимат бофен автомати яшар. Они согрешили, в тот же самый момент произошел суд над ними. Мамаш бамакар ишана. Сразу же, в один момент. Вина нахна вшав гарим базман. И вот мы живем в такое время. Шело бидю какой куре батадирут казу. Что не все так сразу происходит. Есть малена шим кмо Анания и Сапфира. Есть очень много людей, как Анания и Сапфира. Есть малена шим кмо Корах. Есть люди подобные Кораху. Есть малена шим каэле. Есть много разных людей. Авалим хаим сабаба шум давар лю куре. Но они живут и ничего с ними не происходит. Азма, улам ишап иштапех, а коль иштана. Что ж такое, почему все изменилось? Я думал об этом. Я думаю, что есть много людей, которые об этом думают. Вот Корей посмел идти против Моше, и земля раскрылась. Есть множество людей таких сегодня. И ничего не происходит, все нормально. Басурат Йохана. В Евангелии от Иоанна. Баперек эхат пасук шваесре кетув. В первой главе 17 стих. Ше Тора нитна дерех Моше. Там написано, что Тора была дана через Моисея. Хесед веемет нитну дерех Иешуа ха-Машиах. А милости истинно даны через Иешуа Мессия. Ми зохер эт апсуким эле. Кто-то помнит такой стих? Ло. Не помните? Давид, можно высветить? Это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. Басурат Йоханан Ихад, Швайсре. Швайсре. 17. Беда, что есть. 1 глава, 17 стих. Евангелие. Веешь по баруси таут хамур. На русском здесь есть большая ошибка. А тем руим это ахарей благодать слово же. Зе килу хавдала. Это как будто разделение. Килу Моше дибер аль Тора. Это как будто Моше он говорил о Торе. Ве еще дибер ак аль хесед ве эмет. А еще он говорил о благодати и истине. Килу шам базманей Моше а я рак. Тора, и акшав ешлану рак хесед веемет. То есть, как будто в то время, когда был Моше, была только Тора, а в наше время есть благодать и истина. Кодем коль заштует. Это не так, это неправильно. Типа зман Моше, а и так Тора, и Тора, и так, гам хесед, гам эмет. Потому что во время Моше была и Тора, и была благодать, и истина. Ве бигальзе, ров от филот, ешлаем шам бифним милим, ло лифи маасейну, лифи хаздеха. И даже поэтому, даже сегодня множество молитв, они говорят, не по нашим делам, но по милости Твоей дай нам. Аваль кшеба Иешуа. Но когда пришел Иешуа. Упашут игдил это хесед. Он то, что он сделал, он просто увеличил вот эту благодать. Вело игдил это стам аль маком рек. И не просто так увеличил ее на пустом месте. Тамид еш мин баланс мин бен мишпат верахамим. То есть всегда есть какой-то баланс между судом и милостью. Има та тов 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 тов, аз еш лиха тов 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 тов. Если ты хорош, 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 то и тебе полагается. Има та ра ра ра, аз еш
мишпат, мишпат. А если ты плохой, 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 то тебе будет суд, суд, суд. А кшеишуа ба. И вот когда Иешуа пришел. Вемет авур авон шелану. Когда Иешуа пришел и умер за нашу вину. Аз баэцем умашах аля цмо. То он как будто притянул на себя. Амон меаонеш шая магия лану. То есть то наказание, которое нам полагалось. И вот именно поэтому сейчас у нас есть жизнь намного лучше. Потому что те наказания, которые нам полагались, они находятся на нем. Именно поэтому написано в Исаии 53 главе. Потому что написано, он страдал за грешников. И наказания, грехи наши, они были на нем. Леманше, анахну акшав не ютер ховшим. Чтобы сегодня мы были более свободными. Вебиглальзе ба эгерет шния эля Петрус. Именно поэтому во втором послании Петра. Ба перек шалош. Третья глава, второе послание Петра, третья глава. Петрус, шалех кифа, мазбират коля машмаутазе. Петр, Шимон, Кифа. Он объясняет все это. В третьем стихе там написано. Они рутели кро. Вова, та мацлях лифтуах. Шния, эгерет шния ля Петрус. Перек шалош. Ме пасук шалош. С третьего стиха мы читаем. Вепо катув меот барур. Здесь очень явно написано. Тиду, ше бахарите ямим базман шелану. Знаете, что в последнее время, то есть в наше время. Ию амон. Будет множество людей, как Корея, как Анания и Сапфира. Они будут наглыми. У них будет много зависти, которая будет продвигать их вперед, и жадность. Они даже будут говорить, где же вот эта Божья праведность. Где это справедливость, где суды? Ведь мы можем делать все, что хотим, ничего не изменяется. И он говорит, поймите. Поймите, что Господь создал небо и землю. И он создал их из воды, и именно воду он излил, как сон. А я могу. Был потоп, если бы. Но сейчас земля и небо, они держатся. И в один день будет суд. Огонь придет. Будет все сожжено. Может быть, даже поэтому, что большинство оружия, которое сегодня существует, он так вот жжет огонь. Бомба взрывается и все сжигает. Это с таким ожиданием, что будут суды. Но вы не должны ошибаться, вы должны знать, что у Бога нету ошибок. Он не пропустит ни один грех. Но он ждет, не медлит Господь. Он ждет, чтобы кто-то, может быть, еще покаялся. Чтобы кто-то еще покаялся и мог вернуться на путь. Чтобы не оставались такими, как Корей. Чтобы не оставались такие, как Анания и Сапфира. Потому что в то время, когда Иешуа взял на себя суд, он освободил. Он освободил для нас еще кое-что. Вот может именно поэтому сегодня Дух Святой работает намного сильнее, чтобы говорить нашу совесть. И наша совесть говорит, вот так поступай, так и так. Не будь плохим, жестоким человеком. Не будь пьяницей.
Альтие богет баиштиха. Не будь изменником и не изменяй жене своей. Альтираме, альтигно. Не обманывай, не кради. Ки его мишпат. Потому что суд придет. Веймасита, тахзор бачува. А если ты так поступил, то обратись, покайся. Ме Элохим. Попроси у Господа. Израиль иштанот. Силу, чтобы измениться. Ве уязор. И он поможет тебе. Ки Машиах мет. Потому что Мессия умер. Авурхет шелха. За твой грех. Ве ушалах руах кодеш. И он послал Духа Святого. Лазор леха литгабер аля хет. Чтобы помочь тебе преодолеть этот грех. Пасук аба, Давид. Следующий стих. ואומר, כמו גנב נכנס בלילה ואף אחד לא מצפה שהוא יבוא, יבוא יום אדוני למשפט. Он говорит, как вор заходит ночью в дом, и никто его не ожидает, так придет суд Божий. וזה ישרוף. И это все, и сгорит все. לא נכונים. אבא. Сожжет все неправильные вещи. אז הוא אומר, תסתכלו על חייך. Говорит, посмотрите на свою жизнь. פסוק הבא. Следующий стих. Омар, анах не мецапим шину. Мы ждем изменения. Кан катув, новое небо и новая земля. Зело лагит хадаш, поэзи шумаком хадаш. Зе кан, ми худаш, это не где-то там. Хадеш. Это здесь, в этом месте будет обновление. Аба. Новой земли и неба. Ве умер. Аз бабакаша, хаверим. И он говорит, итак, возлюбленный. Ташкию маамац. Он говорит, старайтесь, прикладывайтесь. Не позволяйте греху Корея и другим грехам войти внутрь ваш. Но смотрите за собой, чтобы вы были добрыми, хорошими людьми. И тогда спасетесь. И тогда вы будете влиять на других. Леман Иешуа там. Чтобы они могли спастись. Пусть Господь поможет нам. Я хочу закончить молитвой. Можно встать дальше. Аба, Отец наш. Парашат Шавуа Корах эхад меабрурим вехазаким беколя ктувим. Недельная глава Корей, она одна из самых сильных и понятных. אני מתפלל שאתה תעזור לנו להיות רגועים ברוח שלנו. Мы молимся, чтобы ты помог нам быть в духе твоем, Господь. תעזור לנו להתחבר עם דבר שלך ועם רוח שלך. Помоги нам присоединиться и к твоему духу, и к твоему слову. וחדש פנים שלנו. И обнови наши внутренности. תעזור לנו לעשות טוב, לא לעשות רע. Помоги нам делать доброе, а не плохое. ואנחנו מודים לך. И мы благодарим тебя עבור Иешуа, за Иешуа, שלקח מאיתנו עוון, который взял на себя все наши немощи и грехи, מסר לנו חסד וסליחות, и даровал нам твою благодать и прощение, и милость, והשתתפות בעולם הבא, и даровал нам участие в будущем мире, בטוב, בברכה, благословений. Хазек ядаем шелану. Укрепи наши руки, Боже. Ласот то. Делать добро. Вашем Иешуа Машиах. Во имя Иешуа Мессии. Иварех леха Адонай ва ишмиреха. Яэр Адонай пана велеха ва ихунеха. Иса Адонай пана велеха. Ва ясем леха шалом. Пусть Бог благословит всех вас. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Амен. Амен.